У Шушинском районе сняли здорового мужчину, а у областном центре вызволяли с пастки девчонку. Врятувальникам приема не довелось двойче выезжать на выклики, как допомогать громадянам. До шушинских бойцов звернулась жанчына. Яна рассказала про мужа, якого зажала на древе помеж галинами. На месте было установлено, мужчина находится на вышине каля 7 метров. Он проводил обрезку древа для страховки, замацавал трос за ствол. При падении отпилены ковалок зажал мужчину тросом. Выратовальники поднялись по лестнице и сняли потерпелого с древа. Прибывшая бригада медиков шпитализовала его во установу охову здоровья у стане средней ступени тяжкости. А у областном центре выратовальники выезжали на спортивную пляцовку на улице Лиможа. Как высветлилось, у размещенном там тренажеры захраз палец 8-годовой девчонки. При допомозе специального обсталявания выратовальники разрезали трубу и вызволили дитя. Бригада худкой допомоги оглядела девчонку, шпитализация ее не спотребилась.